Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про фокс-терьера. Отличный помощник при охоте на лис, хороший компаньон для активных людей и просто очень преданный друг. Фокстерьер – собака, которая смогла стать популярной не только на своей родине Великобритании, но и за ее пределами. Помогли в этом представителям породы высокий интеллект, смелость, ловкость и жизнерадостность. Собака жесткосердный фокстерьер, зовут его Зизи Топ. Это очень энергичная, подвижная собака, как у всех фокстерьеров. Бодрый, взрывной, энергичный. Других фокстерьеров не бывает и не должно быть. Это у меня вторая собака такой породы. Согласно стандарту, фокстерьеры имеют хорошо сложенное тело средних размеров. Рост холки у этих собак не превышает 39 сантиметров, а вес, как правило, колеблется от 7 до 8 килограммов. Фокстерьеры бывают гладкошерстными и жесткошерстными. В одних странах гладкошерстных и жесткошерстных терьеров относят к разновидностям одной породы, в других – к разным породам. Фокстерьеры – независимые собаки. Временами они могут быть очень упрямы. Представителям породы необходима социализация и воспитание с самого детства. При их наличии во взрослом возрасте фокстерьер сможет спокойно ужиться с другими животными и поладить с детьми. Вообще эта порода, не скажем, что очень добрая, но это пес адекватный, хороший. То есть все зависит от воспитания собаки. Что в него хозяин вкладывает, что он хочет от него получить. Первый раз на выставке, то есть со всеми собаками контактирует, драться не лезет, то есть ну, адекватная нормальная собака с нормальным характером. При уходе за фокстерьером особое внимание нужно уделять ежедневным физическим нагрузкам. Они необходимы представителям породы для поддержания хорошего самочувствия. Также при содержании фокстерьера важно следить за состоянием глаз, ушей, зубов и когтей животного. Ну и, конечно, нельзя забывать о процедурах, связанных с шерстью питомца. Гладкошерстных фокстерьеров необходимо периодически расчесывать и мыть, а жесткошерстных фокстерьеров, кроме этого, еще и тримминговать. Особенности по уходу, основной такой. Выгул, правильное питание, ну и тренинговать своевременно. Средняя продолжительность жизни собак породы фокстерьер составляет 13-14 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!